Пламя высотой с двухэтажное здание. В воскресенье крупный пожар произошел на улице Ярмарочной областного центра. Загорелся нежилой деревянный дом. После огонь перекинулся на ангар по соседству с ним. Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты после поступления сигнала. С огнем на общей площади 400 квадратных метров удалось справиться. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара. Еще одно серьезное возгорание только уже в производственном помещении. В Лежневском районе у деревни Курилиха загорелся цех по изготовлению шумоизоляционных материалов. В момент прибытия наблюдалось открытое горение внутри помещения. Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники и 28 человек личного состава. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Предположительно причиной пожара послужила разгерметизация емкости с битумом.